Время 3:30 утра. Мы очень хотим спать. Я специально в этот раз взяла не ночные рейсы, чтобы не вставать рано. Но мы встаем и едем хрен знает куда, на какую-то гору. Вот, встречать рассвет. Что, это тебя заинтересовало? Ну все. Два раза была там, брала в аренду и такую, ну, просто знакомые дали. Я просто пришлось оплатить, пойти так сложно. Ну, я не сама ходила, я кого-то просила из места вчера. Да, да. Нет, мои мысли не изменились. Я это думала. А почему такие скользкие камни? На них ходят. Просто где я? Где я? Зачем я здесь? А извините, час идти вот по такой дороге? 40 минут было. Ну, уже час, потому что темп... Мне скользко. Бонита у меня на руках. Но вам ее не видно. Темнота. Скользкая дорога. В отеле они тоже орали. Почему-то в 3:00 ночи. Мы пойдем ранее. Слушайте, я вас подожду здесь. Все. Я больше не могу. Сейчас карабкаться вот по вот этим камням. У меня это получается хуже, чем у этой кошки. Еще у меня на руках Боня. У меня вся мокрая. Просто какой-то трэш. Мы шли смотреть на этот огонь. А это все, что мы должны были увидеть? Да. Хотя бы фоткой. Киса, ты такая худенькая. Бонечка, у тебя так в животике урчит. Да. На даче также примерно костер-то горит. Слушайте, а когда мы пойдем обратно, этого видно не будет. Кс-кс-кс. Мы не взяли с собой воду. Я взяла единственный стаканчик. Он еще протек у мамы в сумке. Единственную нашу воду я отдала котятам. Но они были довольны. Буду считать, что для этого должна была сюда запереться. Красиво. Слушай, как он пьет. Еще поживи тут, на горе. Без еды, без воды, я не знаю. Возраста. Не знаю как. А этот смотрит. Кто? Второй котенок? Он тоже пил уже. Он тот? Не знаю, черно-белый. Не, не тот. Я думаю, этот ему оставит. Смотри, сейчас солнце будет вставать. Котенок впервые увидел собаку. Это не шмель. Это какая-то... Что-то неприятное. Искусственный интеллект. Вот, котенок все ругается на мою собаку. Ой, мой котик любимый пришел. Хотись. Мои Лёдька. А я кошек гладила, я тебя не могу взять. Я блохастая. Кстати, а ты слепая или ты просто глаза давно не открываешь? Кс-кс-кс. Да, слава богу. Прибалдела.
Кот под вами. Угу. Мам, он сейчас на нее бросится, я тебе отвечаю. Шмель, ну иди отсюда, а? Вот тебя вообще не звали ни хрена. А если ногой на этот маленький? Я погасила огонь. Мо! Алле, оп! Все, цирковой номер готов. А я тоже говорю, что Куклачев брал котов точно из Турции. Они тут какие-то ручные. Даже которые живут в горах. Горные коты. Как? Мы, значит, сюда пёрли. Мне просто даже дар речи пропал. Нет, мы можем поехать, например, перед вылетом. В смысле? Ну, нас выселят в 12. Смотрите, план... где я шла по темноте с фонарем. Это же насколько опасно и ради чего, главное. Тут еще нормальные ступенечки, а дальше они будут скользкие, высокие. Просто ужас. Что, шишки для самовара берем? Сколько шишек? Пропустили, кстати, да? Мы... Нет, мы здесь отдыхали. Нет, мы отдыхали. Нет, мы не субсидировали, сказала, говорит. Без Бонни вниз идти гораздо проще. Ужас. Просто ужас. Его мать. Какой-то непородистый щенок у ротвейлера. Переживает. Щенок! Щенок, иди сюда! Вот. Вон к Вике Зин, ей ногу откусывай. Ой, он кусается. Я говорил. Ты какая прелесть. Ой, ой, не кусайся. Ты пройдешь вот мимо вот этих вот экскурсий от Михаила и дальше, да? И ты говоришь на русском, они все равно. А когда ты говоришь на немецком исключительно, вот они на английском еще понимают, а на немецком. Это за жизнь. И поехали. Огурец. Перец. Помидор. Перемешиваем. Перец острый. В результате салат. Подписывайтесь. Очень красиво. Вот, тут же я хотела сфоткаться. Все, я иду переодеваться, мыть голову. На гору когда? Ульян сегодня. Банёночек. Идем навещать наш прошлогодний отель. Баните он очень нравится. И она туда всегда с удовольствием бежит.
знаете ее все, конечно. Правильно. Два пинка. Здравствуйте. Я помню. Очень даже хорошо. Дошли. Моя любимая еда. Правда, пока я ждала, закончилось мясо, и мне пришлось брать сыром и зелень. Мне незнакомый.